Итак, всем привет, дорогие друзья. Как вы поняли, сегодня мы будем охотиться. Вот такой вот лесок у нас получается здесь. Камушек. И у нас в руке вот такой вот телефончик. Ну, может быть, это какой-то навигатор, но я думаю, что это телефон. Так, ориентирование на местности. Обучение. Смотровые позиции. Ну, давайте примем. Посетите смотровую позицию. Давайте нажмем он и посмотрим, где у нас смотровая позиция. Это не то. Это не то. Вот. Да? Она, да? Смотровая позиция. Давайте на нее. Поставим маршрутную точку. Пошли. Точнее, побежали. В руке у нас вот такая снайперская винтовка. Получается, чтобы убить какого-нибудь зверя. Да? Достаем телефон на таб. И, например, идем на нашу смотровую позицию. Вот. И когда вы бегаете, у вас сердце бьется, и получается, целиться толком мы не можем. Это хорошо, потому что это более реалистично. Дерево. Ну, с графика я скажу вам, тут-то... Мне кажется, в порядке все. Вот, поэтому бежим. Бежим на нашу смотровую позицию. Есть у нас вот такая вот штука, только я не понял, что это. И как, что делать с ней. И вот такая хрена она есть. И это, не в курсе пока еще, что это. Есть бинокль пока. Который можно уменьшать и приближать. Ну что же это? Охота. Охота. Начался сезон охоты. Получается. Давайте. Птички вон летают, бля. Угу. Сейчас кого-нибудь мы с вами завалим. Идем на смотровую позицию. Ориентирование на местность. Чтобы сориентироваться на местность. Давай. Поднимаемся. Вот такая вот у нас смотровая. From here you can see a lot of great hunting opportunities in the nearby area. Wow, you're a fast learner. 1000 опыт позволяет вам повысить уровень персонажа, получить новые навыки и умения. Вы получаете опыт за сбор трофеев, выполнение задания, обнаружение мест. Be sure to stop by one of the outposts. They're essentially base camps. Они для охотников очень важны. Так, изучайте следы, чтобы понять, как двигалось животное. Так, а что нам нужно дальше? Экипировка. Корнели, кони, опорные пункты. Ну, давай попробуем. Посетите опорный пункт. Так, где у нас опорный пункт? Давайте смотреть. Вот он, да? Да. Это у нас опорный пункт. Блин. А идти нам не так уж и мало, я вам скажу. Да-да-да, ну-ка, давайте. Где там наш бинокль? Получается нам идти. Давай. Давай. Так, нам. Подождите, а я же метку уже сделал вроде, нет? Вот метка у нас, да? Да. 3 метра. А почему здесь у нас? Давайте посмотрим. Убрать. Ничего нет. Ничего я не понимаю. Что-то. Беги, а вон она, метка, все. Нам идти до нее 380 метров. Давайте по кустикам пройдем с вами. Кусты здесь выглядят довольно реалистично. Идешь ты по ним с большим шумом. Так, а это что у нас? 70 метров. Давайте посмотрим.
Ромашки, что ли? Нет, это не ромашки, это что-то другое. Блядь, иди. О. Ну-ка, давайте посмотрим вдалеке. Мало ли что-нибудь там кто-нибудь есть. А то бы мы бы сейчас медвежатинку бы завалили, да? Так, что это у нас? 80 метров, что? Так, и что это? Не знаю, ребят, что это именно, но нам пока что это не понадобится, я так думаю. Птички вон летают, смотри как. В этой игре можете себя почувствовать прям такие. Так, изучить след. Ага. То бишь нам показывают то, что он шел, олень, это, ну олень вроде, шел в ту сторону. Но ничего страшного, нам надо идти на корни. Так, игра это показывает опять след. Вот он след, да, получается, в ту сторону шел. Ничего не понятно. Игра это показывает нам то, что мы можем охотиться. То бишь... Если ты не охотник, но хотел попробовать это хоть раз в жизни, ты должен хоть раз в нее поиграть. После того, как вы найдете опорный пункт, в каждом регионе вы сможете мгновенно переноситься в них. Давайте посмотрим опорный пункт. Домик. Это дом уже. Тихо. Голос. Голос. Сейчас мы его ебанем. Отвечай. Не? Ну ладно. Пошли. Напорный пункт. Это что такое? Нет, ничего. Так, опорный пункт. Использовать. Открыт новый опорный пункт. Доступно быстрое перемещение и услуги. Давайте смотреть. Cozy, right? Комфортно, да? Outposts are great for stocking up or just taking a break. Просто передохнуть. Денежная награда. Ягер, снимок для книги. Давай посмотрим. Денег. Винтовки. Одна у нас, да? А, нет. Вот, можно еще купить. Атакуем, да? Наверное. Выбрать, не? Такая вот. Ух ты. Магнум 7 мм. Так, боеприпасы. Hi there. I've got a bit of an unusual question. I hope you don't mind. I think I mentioned Gerlinda, right? Well, here's the thing. She's writing a book about fallow deer. Her second one, actually. She's got a small obsession for fallow deer. Anyhow, she's missing some pictures for her book and was looking for someone to help out. It's a bit specific. I remember hearing that you're quite the photographer yourself, so I thought I'd pass along her offer. She's looking for a picture of a fallow deer taken in Rattenfeld. She'll pay quite well for it, so it may be worth the effort. If you were looking to help out Gerlinda with that picture, you're in the right place. You're in Rattenfeld. Хватит болтать. Бу-бу-бу-бу-бу-бу, да? А вот, приманки. Манок на косулю. Манок на оленя, самка. Шкафчики на опорных пунктах позволяют приобрести новое оружие и снаряжение. Давайте возьмем. If you ever need to rest, there's a cabin in each outpost. I just had them refurbished last season. Восстанавливать здоровье. Gerlinda is lovely, but here's a friendly tip. Don't ask her about fallow deer unless you mean it. She will not stop. It's beyond obsession at this point. On the other hand, there's no one better for hunting tips when it comes to fallows. Oh, and her venison stew is out of this world. Makes me hungry just thinking about it. Ладно. Это ерунда. Что там у нас дальше? Давайте смотреть. Наша карта. Убрать маршрутную точку. Давайте посмотрим в телефон. Так, снимок для книги. Сфотографируйте европейскую лань. Давай. Где нам ее фотографируют? Интересно.
Сейчас, подожди. Потише надо сделать. Система. Настройки. Звук. Давайте еще чуть-чуть потише сделаем. Все будет хорошо. Лайн нам надо сфотографировать, да? Давай здесь. Ладно, идем. Нам идти 370 метров. Сейчас мы оттуда дойдем, посмотрим, что там. И я думаю, на этом мы закончим первую нашу охоту, серию, обучалку, так сказать. Ну и посмотрим, что будет дальше у нас в следующих сериях. Жалко, что тут нету каких-нибудь там мотоциклов, машин, да, там, что-нибудь типа этого. Давайте посмотрим. Капслук можно переключить бег и ходьбу. То бишь, делаете капслук, он или бегает, или ходит. Так, смотрим. Тихо. Что-то здесь такое. Какие-то следы. Уши. Вот тут. Ага, давай посмотрим. Давайте посмотрим. Мало ли. Так, берем снайперскую винтовку. Мало ли. Нет никого, да? Животные, ты где? Животное. Нет никого. Кусты, блин, эти. Ну что там? Ладно, побежали. Побежали дальше. Думаю, мы еще. Кто кричал? Думаю, мы еще кого-нибудь здесь подстрелим. Естественно, это же охота. Угу. Давайте смотри, что это. Потихонечку, не спеша. А я вам напоминаю, нам надо сфотографировать европейскую лань. Давай посмотрим, что это. Топор. И что это такое? Тут новое охотничье строение, тут новая позиция. Давай, пойдем. И что это? Мне интересно знать. Выйти. А где же мне фотографировать эту европейскую лань-то, друзья? Кто знает? Ты. Точно я не знаю, наверное. Ну давай выйдем. Ладно, мы ее найдем. А как нам ее сфотографировать? Мне это очень интересно. Нет никого. Вроде нет никого. Давайте смотреть. Где? Так, где-то здесь. Животное все увидело. Двигайтесь медленнее. Держите ниже, прикройте. Индикатор заметный. А где она? Я не вижу ее. Честно, я не вижу вообще. Странно. Давай, попробуем.
же ты, где же ты? На самом деле игрушка эта довольно-таки забавная. Вот она, наверное. Лисица. Она нет? Игрушка довольно-таки забавная, потому что ты исходишь, выслеживаешь, выполняешь миссии. Охота, ребят, охота. Началось. Блять, где же она? Странная лань. О. Давай. Следы. Косуля. То лань, то косуля, то лисица, блин, ничего не понятно. Ну что же, наверное, в этой серии мы ее и найдем. Это... Что такое? В этой серии, наверное, мы ее не найдем. Как вы думаете? О. А вот и следы. Так, следы бывают разных цветов. След цвета морской волны принадлежит животному, которое вы преследуете. Белые следы принадлежат другим животным. Вот сюда. Пошла сюда. Что это? Оп, оценим. Сюда можно понять, в какую сторону животное направлялось. При осмотре следов появится графическая подсказка, указывающая направление на следующий шаг. Увидев, услышав или почуяв вас, ваша цель может испугаться и убежать. А убегающие животные перестают бежать. Да-да-да-да-да. Не успел прочитать. О, вот она. Сейчас мы ее найдем. Сейчас мы ее подтрем. Вот. Сейчас мы ее пристрелим. Не? Не хочешь? Я пристрелю. Угу. А, нет, это не она, ё-моё. Странно. Изучи след. Где же это? О, давай. Сейчас мы её пристрелим. На обедик мы покушаем сегодня лосятина. Кто хочет пойти покушать лося? Или оленя? Иди. Вот еще следы. Давай. Туда. Где ж ты ходишь? Вот ну. Следы. Нет? Не-не. Это белые. Так, давай. Ладно, друзья, давайте на этом мы сегодняшнюю серию заканчиваем. Мы никого не нашли, никого не пострелили, но я надеюсь, то, что мы еще кого-нибудь пристрелим. Потому что это же охота. И здесь надо кого-то пристрелить. Ладно, всем пока, ребят. Если вам понравилось видео, поставьте лайк. Не затруднитесь, подпишитесь на канал. До скорых встреч и до следующих серий. В новой охоте.